Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать свой заказ с сайта NewChic. Мне очень нравится этот интернет-магазин, он меня еще ни разу не разочаровал. Вот, и поэтому я очень довольна всеми заказанными мной позициями. Я на все то, что заказала, оставлю вам ссылку внизу в инфобоксе. А также у них достаточно часто проходят различные распродажи, и на страничку с распродажами я вам тоже оставлю ссылочку внизу в инфобоксе. А также промокод со скидкой 28% на все товары без акций. Так что обязательно переходите, смотрите. И первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот классные серьги. Девочки, как они мне понравились. Они, во-первых, мне понравились на сайте. Я вам сейчас их покажу поближе. Они очень классно смотрятся. На лето так вообще супер. Не знаю, мне они очень нравятся. Я их ношу где-то неделю уже. Периодически их одеваю, да. И пока ничего не стерлось, ничего такого. Они достаточно такие, ощутимые на ушках, но при этом не сильно, то есть не отвисает мочка уха, немножечко так совсем. Вот, но мне очень классно. Сейчас я вам их покажу поближе и все остальное, что заказала. Вот эти сережки вблизи, видите, на них нарисованы вот такие цветочки разные. То есть подойдет под разные наряды, на мой взгляд, вообще, очень классно. И мне понравилось, что здесь такой металл, как он, как под бронзу, да, такую состаренную, что ли. Очень мне это понравилось. С другой стороны, они выглядят вот так, то есть... на мой взгляд, качество просто вот потрясающее. Очень они мне нравятся. Вообще, девочки, обалденные серьги. Посмотрите, какие цветочки сделаны. Это просто, наверное, эмаль такая, да, поверх. И они идут просто вот такие висюлечки, да, и сзади идут вот такие заглушки, которые, кстати, достаточно такие тугие, то есть они не соскользнут, и сережки вы не потеряете. И вот такие заглушки, кстати, я обычно использую не только для родных сережек, но и для каких-то других, на которых, например, нет фиксации никакой. Вот. Это металл, девочки, они очень симпатично смотрятся. Я не против бижутерии вообще, мне нравится. Единственное, что бижутерия, вот, на мой взгляд, ювелирные украшения, вы как бы, они есть, они как бы подойдут под многое, а вот как раз с бижутерией нужно уметь их сочетать, и я не всегда, кстати, умею, но, на мой взгляд, вот это такие летние, даже, может, весенние универсальные серьги подойдут под любой наряд. И следующее, что я заказала, девочки, это вот такие часики. Вообще, я эти часы заказывала себе, но у меня забрал их муж. Надо было брать розового цвета, тогда точно бы не забрали. Я давно вообще смотрю на подобные часики. Это как бы такой спорт-вариант, да. Решила вот заказать на NewChic, так как NewChic меня обычно не подводит по качеству, поэтому я решила у них взять вот такие часики. Вот, они, кстати, очень классные. Вот муж их мой носит уже, наверное, неделю, и они ему очень-очень нравятся. Во-первых, они нравятся, что они такие небольшие, то есть небольшой циферблат у них. И сами по себе они тоже, достаточно удобно сидят на руке. Здесь идет вот такая застежка, то есть, которая достаточно плотно фиксирует. То есть муж мой ни разу не было такого, чтобы у него они расстегнулись. Есть они в разных... вариантах. Я почему-то решила взять черные, да, неправильное дело. Ну, вот так вот они смотрятся, то есть достаточно такие маленькие, очень классные часики, на мой взгляд. И они, во-первых, они общаются с телефоном. У меня у мужа телефон Samsung, и когда ему кто-то звонит, например, на телефон, они у него вибрируют. Потом... Что тут есть? Измеряют шаги. Дальше, сколько спишь, потом пульс измеряют, также измеряют давление. И, кстати, мы с мужем проверяли, вот как, вот видите, он сейчас измеряет мне давление, вот, случайно включила. Вот, как он измеряет давление, немножко есть погрешности у него, но небольшие. То есть, если у вас высокое давление, вот видите, он мне показал, что он, правда, измерил, а мне не знаю, что-то вот здесь вот он, вот здесь вот, вот в этой части он измерил мне давление, ладно. Здесь вот такая кнопочка надо нажимать, да, что вы хотите, пульс измерить, давление, уровень кислорода в крови, тоже начал измерять, вот, видите, пишет, что не это самое, какое-то обучение, уведомление, съемка, плеер, вот, и выключить.
Очень классные, на самом деле, часики. Вот, девочки, мне кажется, особенно те, кто страдает высоким давлением, вот у меня у мужа бывает повышенное давление, вот такие часы – это вообще огонь. Потому что, ну, там плюс-минус, то есть если на обычном измерить, допустим, 120 на 80 будут, вот эти покажут 118 на 72, ну, примерно вот так вот. То есть плюс-минус пару – это не играет роли. То есть если давление будет повышенное, то он и покажет, что давление повышенное. Вот это, кстати, классная вещь. То есть вы знаете, в любой, как говорится, ситуации вы можете померить давление, например, поехали куда-то путешествовать, если кто-то вы или ваши родственники, да, страдают давлением, то вы можете всегда вот такими часиками измерить. Вот эта функция вот в этих вот, то есть даже пульс, это вот мне как-то не очень интересно. А вот то, что можно измерить давление, это вообще круто, девочки. Я вам ссылочку на эти часики оставлю внизу в инфобоксе, но вот они работают. И у меня муж принимал в них душ, и они работают. То есть они даже не... Ну, никак не испортились, ничего. Вот от такой штучки они заряжаются. Как это? От USB, да, называется. То есть можно в компьютер вставить, зарядить. Можно, вот у меня муж просто, ну, не проводочком, а вот этим штекером, да, заряжает обычно. И зарядки в комплект не идет. То есть просто вам приходят вот такие часики в коробочке. Ну, здесь с инструкцией. Вот. На английском языке что точно есть. Вот, и, по-моему, даже на русском сейчас я посмотрю. Не, девочки, на русском языке нет, но вот у меня муж, кстати, достаточно быстро разобрался, вот, с инструкцией. Вот, так что вот таким вот образом заряжается. Вот, USB, да, вот этот разъем. Вот, то есть можно от компьютера, от ноутбука зарядить, от чего угодно. Вот, но часы классные вообще. Вот у меня муж носит, очень доволен этими часами, говорит, вообще супер часы. И еще, девочки, я заказала себе вот такую сумку. Вообще все это мне пришло в разных посылочках. По-моему, только сумка с купальником у меня были вместе. Ну, в общем, сейчас купальник тоже вам покажу. Давно я смотрела на подобные сумки. Мне очень нравятся они. Это что-то среднее между... То есть это... Ее можно носить как почтальонку или как просто на плечо накинуть. Но вот мне нравится вариант на почтальон, как почтальонку сюда бросить, там, я не знаю, какой-то документы, там, телефон, салфеточки какие-то, еще что-то. И просто побежать, также с детьми прогуляться, поехать на велосипеде можно с этой сумкой, забросив ее назад, да, на спину и так далее. Слушайте, мне она очень понравилась. Ну, у меня это такой прогулочный а-ля, типа, спортивный вариант. Немножко у меня помялся ремешок, но это не страшно. И мне очень понравилось качество. Здесь сделано как под кожу. И вот эта ткань, она очень-очень мягкая. Хорошая фурнитура. Вот этот хвостик я потом туда вовнутрь запихну, чтобы он у меня так не торчал. Я не люблю. Хорошая фурнитура, на мой взгляд. И внутри идет вот здесь вот, так, вот коричневого цвета. Здесь вот идет маленький кармашек, да, и еще вот кармашек получается для телефона. Я эту еще сумку не носила, поэтому у меня там внутри еще вот такая вот штучка. Я вам покажу вариант, как она смотрится, но вот я взяла светленькую. Там, кстати, разных цветов есть. Мне очень понравилось. Мне понравилось качество. Такая сумка, знаете, ну, такой походный вариант, очень классно. Коричневая подкладка, и подкладка вот эта очень хорошая такая, то есть добротная, видите. Не тоненькая, которая расползется, а достаточно хорошая. Сумочка вот эта, я очень довольна. Я хотела подобного рода вещь. Итак, девочки, вот эта сумочка, посмотрите. Я ее планирую носить именно вот в таком варианте. То есть, чтобы она была вот так вот. Для прогулок на велосипеде в том числе. Мне кажется, это отличный вариант. Очень мне понравилась эта сумка. Вообще классная, достаточно вместительная, большая. Сейчас она у меня пустая, но мне кажется, классно вот именно вот так вот носить. Мне очень нравится. Хотя можно просто как бы вот таким образом, да, с толстым ремешком. Ну, класс, мне понравилось. Ну и, конечно, девочки, я взяла себе купальник. Как я могла не взять вот такой купальник? Вы посмотрите, какой классная расцветка вообще. Летняя такая, прям пляжная, прям вообще. Мне очень понравилось. Здесь идет вот такой просто замочек. Ну, обычный, простой, вот сюда в петелечку продевается. Я взяла размер L. Почему я взяла по параметрам
На сайте всегда смотрю параметры на каждую модель. То есть там на брюки свои параметры, там на одни те же, ну, то есть на брюки, но разные модели, разные параметры. Поэтому всегда обязательно смотрите. Ну, вот этот купальник идет на небольшую грудь, как вы можете заметить, да, то есть, ну, как бы, ну, третий размер еще сюда поместится, а вот больше уже нет. Здесь идет вот эта завязочка, которая развязывается, и можно просто полосочкой носить, но мне вот такой вариант нравится больше. И вот здесь вот вставлены такие поролоновые, но они, видите, такая тонкий такой поролончик, просто вставочка, чтобы, как говорится, если вдруг стало холодно, ничего не было видно. Я тоже сейчас вам примерю, покажу этот купальник, как смотрится, но он мне обалденно понравился. Посмотрите, какая классная расцветка. И очень качественно сделано. Все хорошо прошито, ничего не расползается. Это, кстати, не первый купальник у меня с этого сайта, и мне безумно нравится качество купальников. Предыдущие, которые я в прошлом году заказывала, тоже у меня не расползлись, не разошлись, не выцвели, ничего с ними не случилось. Отличные. Ну и вот так вот, девочки, выглядит купальничек. Мне очень нравится, очень хорошо везде сидит. На мой взгляд, классный. Так что, девочки, мне очень все понравилось, я очень довольна, особенно вот эти сережки. Они такие, знаете, достаточно крупные, при этом такие не яркие, но заметные. Вот, мне кажется, очень симпатично, с любым платьицем, с любой летней кофточкой. Просто выглядит потрясающе. Вот, так что не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Ну, а я с вами на сегодня буду прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.